Ах, если бы все матери молились и за своих детей, и за чужих, то сколько б детских судеб не разбились, и меньше было б трудностей у них. Ах, если бы все матери молились, то сколько горя можно избежать, потоки благодати бы пролились, и не пришлось бы многим так страдать. Молитва матери имеет власть и силу, она колеблет твердь самих небес. Когда вопит мать: «Господи, помилуй!» Бог посылает множество чудес. Я видела, как дети расцветают, как Бог здоровье полной мерой льет, как наркоманы страшный путь бросают, как алкоголикам Бог бросить пить дает. Все по молитве матери свершает, Бог равнодушным к ней не может быть. Он много благодати посылает. Не утомляйтесь, матери, просить. Трепещет враг молитву мамы, слыша, хотя не хочет душу уступить. Он злобой детям всем в затылок дышит, ведь цель его — убить и погубить. Молитесь, матери, молитесь непрестанно, и верьте, что настанет день и час. Бог смилуется, поздно или рано, все по молитве вашей вам воздаст.